известная телеведущая, женщина с безупречным вкусом, ценительница чистоты. Ольга Фреймут родила сына. Телеведущая Ольга Фреймут родила второго ребенка. Счастливое событие произошло в день матери, 8 мая. О рождении второго ребенка телеведущей сообщила в телеэфире ее коллега по каналу 1+1 Алла Мазур. Предположительную дату рождения сына Ольга Фреймут скрывала, как и любые подробности о том, кто же стал отцом ее малыша. Напомню, Ольга Фреймут воспитывает также дочь Злату, которую родила от своего британского экс-возлюбленного.